Раунд 72. ИД на зверя. Что это будет? Это будет четвертак. Прикольно. Да, вы нормально все. Вроде все хорошо. Как у вас в этот четверг дело настроение? Так, никто не выиграл, ставки делайте снова. Ставки я пока удалил. Так, а НХЗ 4Х НС. Два синих, говнобанка с виспами. Это я, по-моему, уже видел, нет? It's like she's fucking five! Все, за 4 рубля с Игрофлейм. Да не за что, за контент-то, господи. На здоровье. Так, там песня, да, по-моему? Ну, песня пошла, найс. Тут мне все вроде нормально даже работает. Так, квартер. Что такое квартер? Ой, громко. Ой, громко, ща подожди. Ща я все исправлю. Звукорежиссер на фьючере, подожди. Теперь тихо, теперь громко. Теперь тихо опять. Сука, ебаный ползунок. О, нашел. Оптимально. Так, у нас 1.12 скорость. 4 дамаг и 2.4 тиры. И такая, ну, в принципе, нормально. В принципе, нормально. Так. Привет, Оксижен. 2 хп, да? Ну вот, маленько бы хп больше, тогда бы я, может, бы скипал этом румы, пока не хочу, наверное. Посмотрим, что за этаж будет. Что 2 хп это не очень приятно. О, зелек много, да? То что мы идем в магаз, очевидно, сразу. Там что-то хорошее ищем. В идеале. Так, кошка вроде уже наелась, да? Опять троллят. Подождите. Привет, спейсбайкер. Так, кошка пришла, но она... От вас опять скрылась. Кстати, вне зоны видимости. Яйкс. Ну-ка. Свечка, да. Свечка берется точно. И даже, думаю, бомба берется тоже. Но со свечкой, наверное, я могу скипать этим румом. Могу попробовать, но еще босса посмотрю, что с босса дадут или не дадут. Привет, Ватамен. Планирую побить. Ну... Чё бы нет. В принципе, конечно, это сложно будет сделать в этом стрике, но... Честно, я думаю, можно побить 1174 спокойно. При желании, но вот... На 4 цели надо будет сложно сделать такой стрик. Именно на 4 цели. Потому что там все-таки мать и зверь могут троллить, лэмп может троллить. Ну, посмотрим. Может быть, я переоцениваю сложность этого стрика. The world. Надо главное, чтобы не было этой хуйни, как ее. Чтоб не было тем тренеров всяких мерзких, совсем плохих. Может быть, это роли? Это может быть. Такое, в принципе, уже случалось. Где босс? Параша.
Босс полная хуйня, ну ладно. Надеюсь, я выживу. Я забыл, какой там цикл. Ту-ту-ту-ту. Найс. Слушай, даже огонек сейчас живой, надо же. Огонь прожил целый этаж. Это новый рекорд, по-моему. По-моему, это новый рекорд. Не красный, кстати, красный, да. Красная. Забавно нынче работает с этими челиками. И с прыгунами. Это я уже давно оценил. Причем именно красная, синяя. Синяя их все равно убивает. А вот красная делает... Делает прикол, красная. Очень интересный прикол с ними делает. Как бы делает хуже, чем было. Ситуацию вашу. Найс паук чемпионский. А можно его убить, чтобы он меня не трогал? Найс прыжки. Иди сюда. Да, красный их поджигает, и ты получаешь, типа, версию эту, горящую версию, вместо обычной, которая даже хуже, чем обычная. То есть сам себе делаешь хуже просто. Довольно мемно. Нету хп синего, серьезно. Я получу одно красное, да ведь? Получу, я трайт того стоил. Трайт того стоит. Красное мне больше привидится, чем синее, наверное. Хотя бы одно красное. Так, с этого, по-моему, синих хп не дают. Я, конечно, мог попробую сделать. Сначала убить этого, потом убить зеленого. Кстати, у него этого... Нету конжойнда, нет, у него нету этой веревки, нету. Забавная версия. Я не пойду вальт на 2 хп, сорян, не хочу, это страшно. А, огонь сдох. Ладно, он с 2 этажа прошел. Ебать. Аккуратно. Аккуратно. Уже мы входим в full hard damage. Положение. Даже я хожу вальт на 2 хп, умираю, правда. Вот в том-то и проблема, что можно нечаянно умереть внезапно. Ну, в итоге мы получили ебучий Марс, естественно. Ай, Марс. Ну, кстати, давно Марса не было, по-моему. Давно не видел ни Марса, ни Юпитера. Справедливости для... Что, ладно. Не так часто нас троллят с этими планетариями. Это был химитомес. Это если будет поломанная цветка, это будет хорошо. Это будет хорошая таблетка. Марс был бы как белая пони. Смотри, чтобы оставлял это. Бима, что ли, чтобы оставлял, как Крек за Скай. Марс, вот Марс fucking horse, считай там.
от Гуры Ролла. Яйкс. Even on keyboard it's not that great, you still can get like random double taps sometimes controlling. Damn it. Mm-hmm. А что было в старом Антике? Я даже не помню, что было в старом планетарии в Антике. Вот вообще не помню. Слушай, ни одного синего хп за 3 магаза. Игра троллит. Игра тупо троллит. Ни рестоков, ни синих хп. Ебать. Ты почему сделал? Эта секрета поломана, но она поломана не в ту сторону. Она поломана не на те хп. Мне нужны другие. Хотя, если будет health up, то может я пофармлю Сокруму. Вот, наверное, я буду фармить Сокруму, если будет health up. А ты не помнишь, я вот тоже не помню. Вроде в репе-то получше планетарий, нет? И тем более в Антике, по-моему, планетарий он менял этом руму на планетарии. Это было пиздец плохо. Это было очень мерзко. Тут типа ты на халяву получаешь, считай. Ну как на халяву, типа, понятно, что ты скипаешь на руму, но. Типа ты получаешь еще одну этому руму. Марса? Не, Марса брать не буду. Марса терпеть не могу. Мерзот на этом. Это не хелсап. Ну тогда я жму сразу, да, наверное. Сколько у меня этому в 4? Эх, не дали Бонхард плохо. Да, теперь будет Марс. О, айтем. Пожалуйста, дай айтем. Дай айтем. Спасибо. Тут можно что угодно брать. Да-да-да, я потому это все и делаю. Только ради этого я все это и затеял. Так. Ну-ка. Ну-ка. А, старт хороший. Старт нормальный, хп много даже. А, сундук пока нельзя открывать. Попозже откроем. Лич. Тирейт. Рейд, Крикетс Хэт, Стопвач, Зубы. Ну и да, билд уже лучше, чем то, что у меня было до этого. Все. Не знаю, генезис всегда плюсовый, ну или почти всегда плюсовый. Я планетарий, хороший вопрос. Видимо, нас наебали на планетарий. I have no idea, I guess no planetarium for me. Not today. Ask again tomorrow, I guess. Maybe tomorrow it will work. Но! Но! Лич завис. А, Лич, ты в порядке? У меня зубы, и надо найти удачи много. И это будет очень неплохо. Так же неплохо, у него уже 6 дэмэдж, почти тирс кап. С хедом. Так что нормально. И так уже неплохо, в общем-то. Какая Сокрума? Откуда будет Сокрума?
А, точно! Они же считают, наверное, планетарий просто за этом Руму. Газправ. Там же это... Телепорт Старс-карта тебя телепортирует в эту Руму. В планетарии. Точно. Видимо, это оно. Игра, короче, не умеет в планетарий пул сгенериться. Почему-то. Все это странно, по идее. Может, там какой-то шанс на планетарии и типа шанс на обычный этом пул? Какой-нибудь такой прикол. Два планетария, да, может быть, спокойно. А кстати! А я могу скипать сейчас этим рум и опять получить планетарий? Это же типа новый ран. Я же могу, да, это сделать. Наверное. Это ж новый ран. По идее могу. Правда, хочу ли я это делать? Это другой вопрос. Может быть, я этого не хочу делать. Интересно. Нет, неправда, байкер. Просто когда ты заходишь в планетарий, у тебя шанс был 1% на планетарий. Но опять же, 1% это 1%. Это все еще больше, чем 0, поэтому формально ты можешь найти и 2, и 3 планетария за ран. Плюс на всякие есть приколы уровня Trinket Линза, который делает процент, по-моему, 10, по-моему, процентов, да, по-моему, шанс базовый после нахождения планетария. И причем даже позволяет спамнить планетарии на бомбе. Я так в бомбе находил планетарии. Да я вижу, что написал Витя. Ну нашел. Я же говорю, значит, там просто какой-то шанс, видимо, странный. Видимо, может быть планетарий, а может быть не планетарий. Видимо, какой-то прикол. Пошли на босса. Ой! А если у меня бомбы нет? А если у меня бомбы нет? Не, ну окей, у меня бомба есть, я взорву, конечно, эти камеры. А если у меня бомбы нет? Чё тут делать? Если у меня бомбы нет? Типа как, всё? Софлок? Опять это гениальные... Разрабы с гениальными, блядь, комнатами, с этими ебучими камнями. Ну, кайф. Прикольно. Замутили. Speed up. Ой, идиотизм. Ну ладно. Saving quit, но это мерзко. Но в принципе, да, наверное, saving quit. Пули делать. Тут будет плюс сундук. Минуту подожди, он умрет от старости. Тоже возможно. Плюс сундук. ХП с двумя хп, нифига себе, окей. Какой приятный тринкет оказался, да? Так, а чё по удаче? Я получал, поебал, я не помню. На этих этажах. Вроде пока еще нет, но я к этому очень близок. Софтлок. Ну. А, софткок, господи. У, блять. Что за мерзкие названия клипов? Бей его. Молодец. О, он обоих убил, потому что он двухсторонний. Окей.
это забрать. Нет! Не бейте. Дайте мантию, алло. Не мантия нужна. Иди нахер. Еще мне нужен этот, как его? Full card. Это на другом этаже, не на этом. Типа с два, не бей. Не бей, говорю, отвали. Он выжил? Он выжил. Где-где он? Выживший. Шоколадного. Привет, Dark Soul. Можно было сделать это эффективнее, да? Да что тут, блин? Не, не тут. Ой, бля. Ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля, ой, бля. Так-а. Я выжил. Фига там лично наелся, походу. Наелся блох. Господи, кряк за скай, какая имба. Все еще. Найс. Yes! Ебать. Серьезно, то есть у нас будут зубы нормальные. Охуеть. Вы что, серьезно? Огерс. Огерс. А куда я иду? Я иду, видимо, в Керсрум, окей. Вообще бы нормальные зубы. Бэтмен. Заказ мантии прошел, да. Привезли вовремя. Осталось не затроллить, самое сложное. Кузя тоже дело говорит. Потом зубы дорого восстанавливать. Лучше не запускать. Так, ну я попробую все-таки планетарий открыть. Все же, я думаю, шанс есть на планетарии. Где-нибудь в мавзолее, типа 41% может и воткнуться вполне. Или даже сколько там будет? Там будет 40 или там будет больше? Подожди, я же... А, я не скипал, кейс-2, я взял как за Sky. Ну ладно, там будет 41% получается. Мантия, я получу тринкет, Кузя. Ну, на удачу тринкет получу, если я не затуплю, понятно. Если я не затроллю. И это будет 9 удачи, и мне этого хватит на зубы 100% шанс. В этом прикол. Да, 9. Там нужно 9 удачи всего. Мне прям ровно хватит этой тринки, ровно хватит. Прям идеально. Как надо. А тут меня не запустят, да, из-за этого ебучего грида. Тут закрыто будет. Уроды. Уродский грид. Сука, у меня тринкет на двойной айтем с этой румы. А, грид-руина. Грид-руина, ну ладно. Обидно. Это обидно. Ну ладно, ладно. Hello, Black Fox. Так,
Пучер, не взрывай, пожалуйста, ебучие секретки у тебя. I can see forever. У тебя I can see forever, окей? Ты сам найдешь эту вторую секретку. А еще я нашел фулл карту, подожди. Фулл карта. Доиграюсь. Ладно, терпился в Арума нет, хорошо. Я мог доиграться. Уф! Найс. Может быть, что угодно плевать. Все зубы. Все зубки. А где эвтаназия? Или ее не видно из-за зубов? Зубы скрывает эвтаназию, возможно. Возможно. А, пошли дальше. А, была карта. Карта, по-моему, не было никакой интересной. Тык. Range up. Хоса мне уже особо не нужен, мне уже так хватает хп. Где ты такой в тебя зуб, думаешь? Ничего страшного, в нем зуб с эвтаназией, все погиб, бля. Реально. Реально беда. Опасно. Ну теперь главное не просрать эвтаназию. Эвтаназию, эту удачу. Тут такой DPS ап дикий. Этот билд. Просто убьешься. Подчекаем по дороге обратно, вдруг там что-то получше есть на втором слоте. Кто его знает? Тык-тык. Infested. Тоже керсель, это правда. Такие приколы тоже могу делать. Нету планетария. Бля, обидно, ну ладно. Пусти меня быстрее, господи. Она мне карту открыла только что. Видишь, я карту вижу. После I can see forever. Так, что там, букворм собрать стоит, наверное. Он не играл на братьях, что даже не взял полроид негатив. Ай-яй. Какая ошибка. И даже не бухором. Печально. Чё дальше? Пока. Мы спаслись. Я и он. Ты заебался своими тролль-бомбами, урод. Одни, блядь, тролль-бомбы. Кайф. Ой, бля. Ой, бля! Ой, бля! Левать. Ага. Найс. Фига денег.
А я автомат взрывал, я не помню. Или нет, я не помню. Помню, я взрывал, да, автомат ради чего-то. Да, взрывал. А там что там за бомж? Какой там бомж? Нихуя не дает полезного. Этого фармить тоже, он тут тоже нихуя не дает полезного. На мой билд. Ой, да в пизду. Все, пошли отсюда. Вот это можно зафармить, кстати. Шанс на планетарии. Кек. Удалены. Просто подожди. Не та Рома, я думаю, где записка, алло. Подумал, всю игру поломал. Все, пора заканчивать. Стример плывет. Пора заканчивать. Говно, ну давай это заберу. Может, какая руна прикольная прокнет по дороге. Что маловероятно. Так, я скипал Депс 1, Депс 2 и первые два этажа. До Генезиса. Почему буква Revelation может первые два этажа не давать всадников? Не знаю, должна давать всегда. Должна давать всегда, по идее, всадников. Если они есть в этом этаже. Nice D100. Ох. Боже, пох. Душа Кайна. Так. Момент. Момент. Где много рум? Тут много рум. Это спешл рум. То есть резко. Пам-пам-пам. Не, ну в альтах, да, там не может быть всадник. Всадники могут быть только на обычном рауте. Ну это, я думаю, очевидно. Там просто бывают всякие дабл трабл, но их опять же не бывает на первом этаже, поэтому это тоже не подходит. Короче, какие-то есть причины, по которым не бывает всадника на первых этажах, но это, по-моему, редко. Прям сильно редко происходит. Там обычно дабл трабл троллит. И ты получаешь типа дабл трабл босса вместо всадника иногда. Яйц. Бежать. Трое у меня эвтаназия. У меня зубная эвтаназия, да. Тут, комрад. Карты, мемные карты, подожди, что за мемная карта? Говно. Рфа надо было оставить с собой, ну ладно. Мемная душа. You need to repent. You need to confess your sins and become saved. Let his light inside you cleanse your soul. Хрен с тобой. О, спасибо. Спасибо, ключный бомж. Душа бывает не мемная, душа бывает бесполезная в основном все. Почти все, кроме души Айзека,
кого еще? Там... Сколько там душ полезных? Айзек полезный, Иден псевдо полезная иногда, Лилит полезная. Лазарь... Ну, Лазарь это... Только чтобы не умирать, полезная. Ситуативно очень, ну да. Охуеть, я даже не видел. Там Иден, Айзек, Каин бывает часто полезен, потому что много красных рум. А Зазель, ну, типа, 8 секунд бласт одноразовый. Ну, типа, ну, блин, такое. Ну, наверное, полезно так чуть-чуть. Ну, в целом, да, общение почти все полезны, подумать. Просто они все очень по-разному полезны. На разном уровне. Но вообще, наверное, да. Кек. Кек. Прикольно, вы улетели. Немного не вовремя. А золотое плюс? Не помню. Ну, скорее всего, да. Да, погодно, можно фармить на сокрумы и можно фармить на автоматы. И на попрошайк тоже, по-моему, можно фармить, по-моему. Ну, уже есть хп, свое. Значит, его можно отдавать. Значит, его можно вейстить. Очевидно. До свидания. Нахуй я фармлю. Отролю. Вот почему я фармлю. Душа языка. Сейчас будем ролить мамин каблук в, блять, в мамины трусы, но я не знаю, какую-то хуйню вообще будем ролить. Какую-то будем сейчас хуйню ролить, очевидно. Но, или может ту будем ролить, тут мы не будем ролить. Эх. Эх. А, или так. Подожди, а почему Библия? Это реально Библия? Ну, в принципе, там, там мамина, это, ну ладно. О, букворм! Окей. Окей? Окей. Букворм. Розари? Не, розари не было. Просто, просто Библия, это что же мамина, это она же... Она же это... на Библии же это... Помешанная, правильно? Это отчасти как бы мамин айтем, но не мамин из трансформации айтем, просто. Ну как бы в тему-то матери он подходит, а еще я проебу походу удачу, да? Ну да, похуй, ладно. Хуй с тобой. Ненавижу догму. Зубы Идену выбили. Последние. Да, теперь зубов, конечно, мало. Теперь зубов крайне мало. Yeah, slow motion. Мне кажется, без собачьи эта атака проще, чем со стопватчем. Не факт, возможно, она округляется в меньшую сторону, кстати, надо проверять. Потому что я был уверен, что типа удача округляется вверх, а это нихуя не правда, кстати. Удача округляется вниз. Это я точно убедился уже. Вчера или позавчера тестил. А вот вниз я не знаю, как она округляется. Надо опять смотреть. Вверх или вниз. По-моему, зубы 3 или 3 с чем-то, да, мультиплеер. Очень хороший мультиплеер там.
Да, это Латра на сегодня. На сегодня хватит. Держи. Чё-то слабо ебануло. У них тоже броня дикая. В этих всадников странах. СМР так ноль. Эти звуки, да. Нескончаемые. Забавный физикал. А, эвтаназия черепа удаляет, лол. Логично. А почему у меня не было звука чуть-чуть? Какое-то время. Это было чего? Пропадал звук. Там яйца Киану, прям яйца Питера. Душа Китера выступила. Деньги улетели в лаву. Шайка не, он снова летает. Там чилит этот, паук чилит. Паучок. А, и лич. Там лич пиздец дергается в этой лаве. Там лич и паучок, да. Угорают. Им там норм. А тебя в лаваке не так будешь дергаться для этого. Справедливо так тогда. Но скорее всего это недолго на самом деле. Стрим поздно. Мы сейчас уже заканчиваем. Как раз таки сейчас мы уже и закончим. Окей. Гики. 72. GG.